Друзья, пламенный привет из Крыма, с города Севастополя. Ну что, как ваше настроение, как ваши дела? Сейчас я записываю видео, у нас сейчас 5 июля, а мы еще до сих пор не купались в море. И вообще даже понятия не имеем, что происходит на наших пляжах. Но, несмотря на это, я вам сейчас покажу очень классный пляж. Обзор его снимал мой друг Максим, он приехал и по моей просьбе все заснял. Так что, ребятки, приятного вам просмотра. Пляж просто бомба, просто загляденье. Это просто семиз, просто райское место. Мы сами тоже обязательно его посетим. Андрюх, привет. Короче, был сегодня на море. Знаю, что ты не особо любишь все эти крымские пляжи, но решил тебе снять видосик. Вот, короче, смотри. Пляж в Семиизе. Сегодня у нас 4 число. 4 июля 23 года. Сейчас я спущусь в море, чтобы ты увидел. Вот, смотри, какая водичка. В принципе, прикольная. Но рекомендую одевать кроссы, потому что знаю, что гальку ты не любишь. Вот такие вот подтанчики. Насыпная галечка. Вот такой вот пляж. Здесь получается зона, где все отдыхают со своими зонтиками, со своими полотенцами. Переодевалочки такие, понял? Прикольные, ну, современные хотя бы. А вот здесь вот, то есть ты на бабке можешь выкайфовать. Цивильненько, ничего ржавого нету, ну не как вот это обычно на 99% пляжей, все ржавое, валенная мусорка, аккуратненько все, ступенечки, даже там спасатели, все дела. Вот сверху, ты понял, зона, можешь взять шезлонги, можешь уже в готовое. Теперь поднимаемся с пляжа, тут тоже еще одна раздевалка. Короче, поднялись с пляжа. Кстати, вот здесь они потом вечером убирают все вот эти шезлонги, зонтики и ставят такие груши, ну понял, на которых залипать можно. И возле каждой груши фонарики. Но если вечером успеем, я тебе сниму. Ну вот тут качельки прикольные тоже, и туалеты нормальные, а не как... Знаю, ты любишь слово совок. Вот не как при совке были. Ну, такие цивильные. Ну и вот начинается этот бар. Ресторанчик. Ресторанчик. Ну, прикольно. Вот мы сейчас в машину сходим и здесь присядем перекусить. Музычка такая интересная. В Ялте тоже есть такой прикольный. Ну, я не знаю, в чем здесь прикол, но они вот здесь вот вечером на вот этой вот дороге стелят ковры. Вам каждый вечер их что-то моют, моют. Ну, какая-то у них фишка своя. Ну и прикол, что вот этот пляж был, да? Вот этот барчик, а вон уже начинается парковка. То есть вообще припарковался. И пару минут... И ты на пляже. Вот тут тоже зона прикольная. Можно залипнуть. Какая-то цыганская арка для фоток. Ну да ладно. Ну и все, и вот парковка. И тут тачка стоит бесплатно. Секунд. И то мы припарковались, поскольку средь бела дня приехали.
припарковались в конце аж. Ну, короче, минуту идти, и вот начинается уже этот пляж. Это вот ковры, понял, которые они стелят, сушат. И потом они их полностью вот здесь постелят. Не знаю, зачем этот цирк, но им так нравится. Все, и вот барчик. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be you. Принесли меню. Смотри, современное меню, не какие-то вот эти книги, как раньше в ресторанах. Даже для веганов есть, что перекусить. Куча бургеров, все вкусно. Ну, мы-то тут уже много раз хавали, и в Ялте в такой же хавали. Hungry bird. Ага, спасибо. Бургеры огонь. О, можно как в этом. Знаешь, как показывают? На такой специальной тарелочке. Дождались мы того момента, когда принесли еду с вот таким красивым видом. Вот, кстати, видишь, уже собираю то, что я тебе днем снимал. Цены нормальные, вообще доступные. Поэтому спросим у твоих подписчиков, получилось у меня тебя переубедить или нет. Что есть все-таки пляжи, которые реально красивые, вкусно кормят и атмосферка прикольная. Видишь, они поубирали уже все. Продолжение, смотри. Здесь. И здесь. Вот оно еще не убрано, вот это вот все. Кстати, вот тоже цивильная, видишь? Такая тропиночка. Вот это все уберут. Они сейчас это все тягают. А вот на вечер уже вечернюю зону поставили. Ну, нормально залипнуть можно под закатик. Вот видишь, народ уже залипает. Тоже ребята уже залипли. А вот эти фонарики, кстати, про которые я говорил, вот они ночью будут светиться таким тусклым светом. Ну, прикольно. Все видосы снимал вот оттуда. То есть, вон, видишь, эти зонтики все. Ну, и мы, в принципе, дальше-то и не ходили особо, не гуляли. А сейчас решили пройтись. И вот я тебе сейчас специально
пройду, сниму. Если ты слишком кайфанешь вот там вот и захочешь тряхнуть стариной, то я сейчас вот пошел, и сейчас я тебе сниму, и ты поймешь, о чем я. Ну, то есть там же все так круто, музычка играет. А вот уголочек. Песик, привет. Крым. Сейчас, Андрюх, вот. Я просто когда прошел, я не мог не вернуться. Ну, вот тут пончики. Но это все фигня. Я вернулся не для этого, я вернулся вот для чего. Ты понял, да? Про что я сказал? Это вот то, о чем ты говорил. И за что переживал. Вот тебе, пожалуйста. Но при этом пляжик остается быть очень красивым. Помню, ты говорил, слишком не дергать рукой, но что-то у меня не получается это не делать. Вот, смузи. Тир. Где б я еще увидел тир? Конечно же, в Семиизе. Вот, видишь, как пользуется спросом. О, смотри. Если ты захочешь все волосы, то вот такую вот можешь тему сделать. Ну все, здесь уже тупик. Вот такая вот история. Thank you.